Привет, меня зовут Ксюша. Расскажу вам про замечательный рюкзак «Школа монстров». Купи ребенку ТВ. Данный рюкзак выполнен из черно-розового материала. Материал достаточно плотный и тяжелый. Этот рюкзак украшен вот таким вот замечательным принтом в виде клетки. Также он украшен логотипом «Школы монстров». Это вот такая вот чудесная нашивка в виде черепа с замечательным бантиком. Еще здесь имеется вышивка, выполнена в виде химических элементов. Также у этого рюкзака на кармашке имеется такая вот замечательная надпись и нарисованы различные химические молекулы. Рюкзак украшен симпатичными помпонами и брелочком с изображением черепа. У рюкзака имеется два отделения. Одно отделение небольшое, это такой вот кармашек, который застегивается на молнию. Также у рюкзака имеется одно большое основное отделение. Рюкзак достаточно вместителен, он прекрасно подойдет как для школы, так и для занятий спортом. Внутри у рюкзака черная подкладка, дополнительных кармашков в нем нет. У этого рюкзака широкие лямки, они облегчают нагрузку на детскую спину. Спинка рюкзака плотная, но при этом она не ортопедичная и у нее не имеется здесь сеточки. Лямки рюкзака регулируются, есть специальная ручка, с помощью которой можно носить рюкзак в руках. Данный рюкзак станет прекрасным аксессуаром для вашего ребенка. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.